29 января в 16 часов 45 минут на пульт поступило сообщение о пожаре в селе Старолетово. 9 пожарных расчетов незамедлительно выехали на место происшествия, однако полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 20 часов 30 минут. В результате пожара повреждено производственно-складское здание на площади 450 метров квадратных. Пострадавших нет. Причина пожара – ущерб устанавливается. Воздух села Старолетово до сих пор наполнен запахом гари, а сотрудники МЧС продолжают свою работу на месте происшествия. Сейчас основная нагрузка легла на экспертов. Им предстоит выяснить причину этого страшного пожара, который напугал жителей всего села. Хорошо горело. С 4 часов до 9 полыхало. Было 6 машин, тушили. Почти полностью сгоревшее здание оказалось пошивочным цехом, в котором, по словам местных жителей, работали вьетнамцы. Судя по антуражу внутреннего дворика пошивочного цеха, трудящиеся здесь не просто работали, но еще и жили, занимались спортом и, по всей видимости, совершали какие-то ритуальные действия религиозного характера. К сожалению, последнее не спасло их от пожара. Местные жители отмечают, что рабочие действительно очень весело проводили время в пошивочном цехе. Там часто звучала музыка, сверкали огни. Кто знает, может, как раз очередное веселье обернулось трагедией. Но, повторим, установить это предстоит экспертам. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».